Дамы и господа, всем привет. Очередная заброшенная котельная находится на окраине Ленобласти. И мы сейчас ее посмотрим. Тихо очень. Вот система, вот это котлы. Тут практически все осталось на месте. Вот зеленые цистерны аж по размерам. Потрясающе выглядит. Великолепный вид открывается. Ух. Оп. В 16-м году это здание еще работало. Такая вот каска осталась в одном экземпляре. Панель управления. Вот она. Но она вся темная. Еще одна каска. Вот. Даже куртку оставил кто-то. Опять календарь. За 2017 год. Тоже интересно, надо глянуть. Технологическая инструкция Г-11. Прикольно так выглядит. Такая панель. Сетевая вода. Вода после ХВО. Потом сырая вода. Ну, достаточно так разнообразно. Давайте заглянем в эти помещения. Комната наиболее тут разнообразна. По документациям, я смотрю. Книги, ключи, плакаты. Вот тот плакат. Регулятор давления газа типа РДУК. График осмотра и ремонта оборудования на 2008 год. Тут пропуска. Показывать мы их не будем. Княженция, 56-й год. Куча методичек по работе. Очень хороший материал. Тут у нас, давайте какую-нибудь бумажку достанем. Паспорт, электропривод. Тут в основном какие-то проекты я гляжу. Вот
тут тоже разнообразно так. Сверху две каски. Когда зашел в какую-то лабораторию, таковой она была раньше, второй этаж, даже есть символичный. Ничего, правда, не сохранилось. Тут у нас саморезы. Еще саморезы, еще отвертка или шило. Ух ты! Целый набор таких. Много. Тоже какой-то бардак. Такие мини кусочки. Портмоне для телефона. Ножницы. И вот там куча тоже всего. Следующая комната нас встречает Epson LX300+. Вот на такой бумаге печатал этот Epson. Тут давайте руководство по эксплуатации SPT-961. Тепловычислитель. Это у нас. Тут медикаменты. Вот такая вот бумажка. Для него. Так, работники отдыхали тут. Я гляжу. Раньше отдыхали. Опять какая-то химлаборатория. Очень много колб, растворов. Тут и медикаменты тоже валяются. В принципе, все. Как-то тут пустовато. Опа. Так. Это у нас что, гирлянды, что ли? Похоже на то. М-64. Есть даже выход на крышу. Ух ты, а тут был склад. Ракетки вот сразу увидел для настольного тенниса и сетку. Микроволновка. И все вот это люди забрасывают. Тут же остальные приборчики. Телевизор ламповый LG. Это был туалет. Наверное, вместе с душевыми. Ну что, давайте подведем итоги. Здание в целом неплохо сохранилось. Очень хорошо. Оборудование все на месте. Никто ничего не выпиливает.
документация на месте. Много различных комнат с интересным барахлом. Тоже все на месте. Будем продолжать дальше снимать приятные сталки.